Будущей первокласснице Соне Вавиловой почти 7 лет. Пока она еще ходит в детский сад, но все мысли уже о школе. В течение года посещала подготовительные курсы. Теперь, говорит, к учебе готова. Знает все буквы и цифры и уже сама может собрать школьный портфель. Особенно Соне нравится оттачивать мастерство чистописания. Уроки, например, прописи. Они интересные. Там есть буквы. Соня пойдет в ближайшую к дому школу. Мама уже заранее узнала, как подать документы онлайн. В этом году на портале образовательных услуг такая возможность есть у всех родителей. Как работающей маме удобно в любом случае, потому что не бегать с документами со всем этим по школам, не стоять в очередях, потому что хватило подачи документов в садике. Вот, и очень удобно на самом деле. Мы уже в школе раздавали бумажечки такие, где написано, когда можно отрепетировать подачу документов. Вот подавали, пробовали подавать, в принципе, удобно. С 19 января заявки от родителей начали принимать самарские гимназии и лицеи. Те образовательные учреждения, за которыми закреплена вся территория города. Всего их 17. В лицее «Престиж» все 50 мест оказались заполнены в считанные минуты. Завтра с 8 до 9 на своем сайте опубликуем реестр заявлений. Исходя из этого, родители, уже зная, под каким номером ребенок или их заявление зарегистрировано, и в течение 3 дней должны принести нам уже документы на бумажном носителе. Это свидетельство о рождении, заявление уже непосредственно здесь напишут. Все остальные учебные заведения Самары начнут прием заявлений в первые классы 29 января в 9 часов утра. В первую волну попадут заявления от самарцев, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».